какие там типа какие-то надо было поместить еще титул на с такси переплатили там. Ну, тысячу, ну, первый раз это не знаю. Обратно же нормально. Надо что-то там с машины думать, потому что, блядь. У меня сейчас 7-ситер. Тут можно 7 людей взять. Конечно, с кем это нормально. Там вообще ничего не получится. Копейки. Every time is a bit different. Why? I don't think you can struggle ever. I wasn't so bad last night, like, you know, I had very little sleep. Just like was dying. And today is well, it feels so strange. Blood check and just like, you know, general routine, like, you know, would like help me. Yeah. I'm gonna see what it looks like. Are you still waiting on results? Yeah, just like me on Tuesday. Yeah, we really like exam. Yeah, we have to do something. The best part is like, you know, prostate. Yeah, that's it. It's too early for you. Start taking photos. Всяких там камеди мужика показывает, блядь. И так, блядь, смеешься, блядь. Я как, блядь? Ты что, молодая? Молоденькая, да? Не, вот, ну, вот такая нормальная. Прикинь, она это все день делает, блядь. Нет, не делает. Кого же там, чего же там, какой там, блядь? Ну, я хочу, блядь, я хочу, блядь. Да и очередь, я хочу, блядь. Надеюсь, блядь. Хватит у тебя. Килограмм. Ну, 2-3, но... Чего себе? По виду
Съехали на ногу. Тогда я тягу гантели в наклоне, делал 35. Сейчас 45 на 12, после 19. Это удерживаем рука. Там такие номеры серьезные, блин, понимаешь? У нас цифры. Да, в тяге. Блоки тоже добавил. Это, блин, да, как ты можешь? Ну, сейчас посмотрим. Сейчас придет, да? Ты уменьшаешь вес, ты добавляешь. Мне кажется, что он знает, что делает. Видно, что очень, блядь, идет сегодня. Даже по рукам, блядь. Да, руки прям, краще были. Ну я жир, я смотрю, жира не было. Есть жир натуральный? Конечно, везде есть. Есть прослойка, но на руках самая меньшая, блядь, я думаю. Я не думал, что я там потерял массу мозга. Я с ним скажу, что сразу видно, особенно по рукам, больше рук. Бросай еще что-то. Еще так везде. Ну, конечно, везде. Папа, хотя что столько на животе. Даже говорит, что видно. Ну, я вообще не знаю, но что соревнования. Да, не знаю, я хочу поехать. Ну, поедем, он хочет ехать, он хочет. Ну, может, сейчас тут не дешевый. Может, это то. Мы что-то поедем. А, да? Я знаю. Ну, тогда если ты машина, ты как? Подстой, почувствуй, раз есть. Скорей. Ты здоровый у нас. За поездку.
не узнали про мед никто. Или я никто не спрашивал. Про мед? Да. Если кто-то на мед-мужку. Для дома? Да. А если кто-то говорит? Ну, вы с Кишинева организовались. На комиссии не знаешь, что продает хороший мед? Ну, так спросил я. Кишинева немного знакомы. Я тоже я могу там петлю, там, так бы одну знать. Да, да, стики напиши в русском. А, есть. А, ты видишь, что хотя бы там посоветовал? Нет, ну да, я тут не знаю. Это там, что из Польши, там, с Литвы, там есть Молдовы, я видел очень много. Ну, только будет по приглашению. Там будет только типа не организует новость. То есть все новость будет. Да. Только это будет несколько человек, которые знал типа, приглашенных, которые их пригласят. Хорошо, а те, кто выиграли по сразу взяли первый поставки, тоже будет новость. Не, я так по правилам не мог. Ну все. Только типа если новость, ну типа. Например, ты выиграл на правую руку, а на левую проиграл, то тут тоже можешь опять посетить. Только только уже на левую. Ну, то есть, пока ты не выиграешь турнир, ты можешь в новице. Да, можно. Если... По-любому, со временем ты вылазишь. Ну, есть там люди, которые все время Максим. Я так я знаю, что недавно только там за ним слежу, блядь, то... А где в новицах у всех поступал? Да, все. Сейчас, когда был там пацаны, хорошо было там, месяца полтора опыта, а там пацаны были по два года. Ну, ты все время разный, ты не знаешь, что так есть. Не всем может поехать оттуда или не важно. Профессионал не брал, уже много лет боролся. Конечно, ты еще будешь, если там принял хороший шанс. Смотрите, просто чтобы знать, когда брать билет. Пятнадцатое октября, да? Да, октября. Нет, просто не так. Лучше по Манчестеру, лучше погулять. Ну, там с Манчестера, значит, 45 минут. Да, я там до Манчестера... Мы же были. Первый раз, да, на первый раз мы ехали. Искали, помню, блядь, там стояли были. Хоть на этот раз нас таксисты не объявят. Ну, сейчас это нет, мы знаем. Мы уже цены знаем примерно. Да, туда много. Какой-то самый дорогой этот. Layer of little layer of fat. Makes big difference. It's like protection. Но feel like...
потом обратно. I get a bit tired more faster now. I think. I feel like that. I don't know. It's good anyway. I think I'll be good for 7 days. Okay. You should be very good for 32. Yeah, 73. Yeah, it's now 75, but I... Because now we eat all the pizzas. One month left for better food. Yeah. I just don't eat one dinner before going to weigh-in and that's it. And you're sorted. Не было один раз, что, блядь, очень волны большие были, блядь, что вся палуба, блядь, катала. Идёшь с землетрясением, блядь. Выйти на самолёте. Всё начиналось, там, блядь, здесь там двигаться, блядь, кол, блядь, так странно, блядь. Капец, на фуре он не раз садился. На пароме, на фуре. Ну, блядь, 8 часов, блядь, они приспортовали. Чувствуется, что-то наработал опять. Не подкручен? Фух. Ну ладно. Посмотрите, потому что тоже там эти отели, типа там и отели. Ну, отель я смотрел, стоит 55-56 евро. Но именно в этой деревне нет. Нет, там вообще там. Там рядом. Все рядом, да. 2,5 километра ближайший отель. Вокруг очень много, а там на месте где-то точно нет. Точно 2 суки надо 110 евро. По двоим. Там столько мы. Я когда был. Около 200 евро потратил на все. Ну да, в принципе, выходит на человека, светлое совсем. По 200 евро. Убрал эту карточку? У меня есть фотка, да? А? Фотка есть, это таксиста? Какая карточка? Это вот это вам. Долго это все шло там. Thank you.
наверное, надо билеты покупать все-таки. А то я не знаю, знаешь, машину продам и все. Я надеюсь, что я ее продам. Конечно, да. Ну да. Ну, только можно продать. Не расчищать по Англии. Можно старт. Старт? Пусти чуть-чуть. Подушку. Интернет. Чуть-чуть натягивать его, типа, в зад, типа, чтобы он так тебе, типа, не на бицепс, а на спину. А, спиной? Да. Ты всегда должен пытаться натягивать его пальцы, чтобы он не мог, как бы, кстати, его закручивать. Ready, go! Видишь, уже чуток лучше. Здесь пальцы, кажется, там подальше не больше. Всю жизнь можно работать. И центр, смотри, неправильно стоит. Натягивай побольше. Yeah.
Nes, žinai, supranti, pirmą sykį, žinai, gal praeisinai, bet paskui visi supras, kad viską nepabliubėt, nes nesupratai, ką visi supras. Tai visi atėjo, žinai, kur žmonės supranti, žinai, kad kur vietą visą laikį tą sudinu, tau vietą ir kabinsiu. Tai man, tai. Ką? Pavli? Aš įdėjau, bet sakau. Pakim, laikai. Trumpus fotos, jo. Nelėgis, gal. Интересно очень. Я даже чувствую, что тело не могу представить, как он чувствует. Все травки. Су-су-су-су-су-су. Су-две брагу. Полей. Что ты делаешь? Дайте пройти можно. Ой, ты что, не верь, не его спажешь. Сколько ты кошок, ты перчевушку. Atkūrėsiu, kad gausi rybindinu, sakai, kad... Pasėdžiu tą... Šaulintų trauk, tarp susidomu. Tomu, tarp pasėdžiu rybindinu trauk, kai... Nu... Vadyčių nada. Oi, kur, bandy kur... Galvosiu, pabandyti. Svarbu, žinai, tas... Silpnavysiu, bet silpnavysiu. У тебя сегодня... Как сказать, лайтвейт тренировки. Все ну, такие... Я очень рад, блядь. Я очень рад, потому что не говорю. Чувствую, что не. Тяжелых весов нету сегодня. Какой-то тут, ну, ночью. David is going together a bit. Только вперед. Может быть сейчас учиться либо натяжку, либо в круг сразу заключить. Все вместе, да, натяжка и крюк вот так. Есть вот такой аппарат. Ну вспомни, он меня когда прекрасно тренировал. Как можно только делать? Он прислал видео, даже секунду держать не могу. Не-не, сейчас ты намного лучше, так что. Этот прогресс, поверь, ты мне очень временный такой, ну. Мы же все тоже набираем. Ты думаешь, мы на место стоим тут? Так ты набираешь. И если я чувствую, что ты набираешь, значит, ну, хороший плюс. Потому что я думаю, что мы тоже что-то набираем, знаешь? Я сейчас по тебе надеюсь, что вы пару... Если медаль привезете, значит, набираете. Без медали... Я надеюсь на что-то хорошенькое. Никогда не знаешь, что там будет. Ну да, может быть там какой-то, знаешь,
весовая категория, конечно, будет лучше, что будет похоже на моего веса, но... Знаешь, пока для кука я все правильно делаю. Тебе я начал 35. Не до чего было держу. Сейчас 45, но тут 20. Быстро бьешь, да? Держу. Ну, может, последние 2-3 раза, или 5 последних подходим, пытаться был раз. Мне что-то скрываются пальцы, я уже держу, как бы вот так вот держится. Ага, я понял. Ну, дотягиваю. Нет, хорошо. Нет, я говорю, как есть, чувствуется. Скажи, раз что-то другое ты придаешь. Я не знаю. Я не знаю, сколько недель ты не был в спаре. Последний раз, когда мы были здесь. Какой-то день назад. 3, наверное, да. Ну, знаешь, если все равно, ты знаешь, да новый вес туда надо привыкнуть. Ну, да. А сколько ты скинул? Сколько? 6 килограммов. Нормально. Так ты зачем скинул? Соревнования? Да. Ну, вроде с этими всеми, с кем я там спарринговал раньше, тоже самый результат, ну. Похож. Против, просто чувствуется против Гендерса. Устаю быстрее. Красный, значит, хорошо было. А, больно было, да? Когда ты у тебя будет назад, это время, когда ты у тебя мышцы.